приветствую, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструмента, автоинструмента от компании Torvik. Артикул товара УТС-0101. Это набор на 101 предмет. Немного о фирме Torvik, где производится. Такая вот этикетка идет сверху на кейсе. Сам набор упакован целлофановой пленки из целлофана. Логотип Torvik на самом кейсе. Изготавливается инструмент Тайвань, указывается адрес. Материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Самого инструмента 101 предмет. Что еще важно? Ну, комплектация указывается. И какой инструмент в наборе находится. То есть головки, ключи разрезные, пассатижи, отвертки. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь. В наборе два рабочих квадрата, соответственно, две трещотки и два воротка. Так, трещотки, трещотка под 1/4 дюйма маленькая и трещотка большая под 1/2 дюйма. Длина трещотки под 1/2 дюйма 250 мм, маленькая трещотка 145 мм. Трещотки на 45 зубьев. Стандартный реверс, быстрый сброс, фиксация головки, кнопка. И трещотка разборная. Также есть ремкомплект к трещоткам. На металле логотип Torvik, артикул товара, то есть код самой трещотки, по этому коду вы можете найти в каталоге Torvik данную трещотку. Рукоятка комбинированная резина-пластик. Серая вставка пластик, черные вставки резиновые вставки. Очень удобно сидит в руке благодаря этим вырезам под пальцы. И один очень такой немаловажный момент. Весь профессиональный инструмент, вот мы уже много раз замечали, делает логотип свой на рукоятках, впрессованный в пластик. То есть не написано просто краской, которая у вас через месяц сойдет с рукоятки, а именно сам логотип прессован в саму рукоять. Такое вот небольшое наблюдение. Так, далее. Два воротка, 1/2 и 1/4 дюйма. Большой вороток, длина 250 мм, маленький 110 мм. Вороток с плавающей головкой. Удлинители. Под 1/2 дюйма у нас три удлинителя. 50 мм шаром удлинитель. Средний удлинитель 125 и большой удлинитель 250 мм. С шаром удлинителя, да, то есть вы можете работать под наклоном. То есть головка ходит, то есть можно работать в труднодоступных местах. Под 1/4 дюйма у нас также три удлинителя. Это маленький удлинитель 75 мм и два удлинителя 150 мм. Один гибкий для труднодоступных мест и один обычный 150. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Два кардана. Карданы в данном наборе не на винтах, здесь идут металлические вставки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат, сюда вы можете подсоединять удлинитель, трещотку или вороток. Это, например. В наборе вы можете применять ее или биты вставлять через переходник. Вот такой переходник идет в комплекте. Одеваете и вставляете сюда нужную биту. Получаете отвертку. Биты далее я покажу. Ручка здесь пластик.
Магнит. Длина 630 мм. Можете поднимать упавшие инструменты или детали во время разборки. Набор бит. Биты идут в держателях пластиковых. Здесь размеры это шестигранники, торкс и райп биты. То есть те, которые применяются с отверточной рукояткой. Также можете через переходник трещотку использовать или вороток. Крестообразных шлицевых бит нет, так как в наборе идет набор отверток. Так, отвертки сразу покажу. 4 отвертки у нас. 2 крестовые и 2 шлицевые отвертки. Намагниченный наконечник идет. Очень удобная рукоятка, хорошо лежит в руке. Маркировка также указана. И в самом кейсе указана длина и также маркировка отвертки. То есть весь инструмент в кейсе промаркирован по размерам и по ячейкам, что в них лежит. То есть это очень удобно. Так, набор головок. В наборе шестигранный профиль и головки торкс. Длинных шестигранных в наборе нет, только короткие. То есть если нужны длинные, нужно будет докупать отдельно набор головок. Головки 1,2 дюйма, общее количество 20 штук. Вот два ряда идет. Самая маленькая у нас 8, самая большая 32 мм. Вес самой большой головки составляет 230 грамм. Также маркировка на ней есть, размер, артикул, ЦРВ, маркировка хромонадевая сталь и Торвик надпись. И также головки промаркированы на кейсе. Под 1,4 дюйма у нас идет 9 головок. Так, самая маленькая у нас на 4 мм. Это маленький квадрат. И самая большая на 10. И головки торкс. То есть то же самое, Ешки называют их. Самая маленькая здесь Е4. Так, и самая большая у нас Е18. Вот они. Общее количество их 11 штук. Так, в верхней крышке у нас еще набор разрезных ключей. 4 ключа разрезных, что называют их ключи для трубопроводов. Вот они. Размеры у нас 19-17, 12-14, 11-13 и 10-8. Разводной ключ 200 мм. Пассатижи 180. И набор ключей комбинированных. 14 ключей. Самый маленький у нас 10. Размер. Самый большой ключ на 24. Рожок накидок. Артикул, название фирмы Торвик. Ну и размер самого ключа. И хром ванадий написано. С комплектацией разобрались. Теперь кейс. Кейс у нас пластик. Состоит из двух крышек. Соединяется пластиковой зависой, но внутри есть металлическая вставка на кейсе. Запирание набора на пластиковые две защелки. Мы хорошо инструмент ставили. При закрывании хорошо держится все. Вес набора составляет 10,5 килограмма, ширина кейса 55 сантиметров, длина с рукояткой 38,
и высота кейса составляет 11 сантиметров. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Если данный видеообзор помог вам с выбором набора инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И напоминаю, за подписку при покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку. Спасибо, до свидания.